Ну что ж, дорогие мои друзья, всех приветствую, с вами Дмитриевич, и у нас второй день строительства базы выживших, военной базы, ее можно под что угодно, в принципе, переделать. Итак, что я могу сказать, чтобы у нас не было рутины, чтобы не было повторения прошлого видео, без ролика я тут, поработал, кое-что поделал и закончил всю эту конструкцию. Я решил переделать вот эти вот под окна. То есть внизу я оставил вот это деревянное, то что мы делали, вот это от забора. А выше я поставил вот такие вот белые. Они подошли мне по размеру, они подошли по внешнему виду, то есть смотрится очень даже неплохо. Тут я все доделал крышу, сделал такую перегородочку. Здесь я все доделал, все, закончил всю композицию. Здесь что я сделал? Здесь я тоже перекрыл все эти металлические пластины, что были. Здесь я сделал вот такое вот место. Ну, тут будет одно окошко такое небольшое, чтобы хоть какое-то было. Ну, чтобы какой-то вид был. И сейчас мне нужно сделать остекление всего этого здания. Всего вот этого. Все вот эти щели, где есть. Вот эти вот вещи. То есть все надо сделать. И мы сейчас этим и займемся. Итак, с этими окнами мы разобрались быстренько, то есть теперь это все вот так выглядит. Я вообще люблю вот этот блок, вот этот оконный, он мне нравится. Его можно как хочешь крутить и что хочешь с ним делать. Здесь мы тоже все закрыли, вот тут с внутренней стороны и внешней. Тут мы тоже все вот эти дырки закрыли. То есть у нас остается только подобрать вот для больших окон, подобрать стекло. Сделать тут два этажа стекла. И в принципе, ребята, сделать вот это окошко. Так, сейчас я предлагаю поискать какое-нибудь стекло большое, вот чтобы вот выставить их в ряд. Тут еще, знаете, есть проблема в том, что некоторые вообще предметы не выделяются. То есть ты их один раз поставил в определенное положение, и все, оно больше не выделяется, его нельзя схватить. Нельзя его, скажем так, крутить и делать что-то. Вот это тоже ухудшает, конечно, возможности. Но ничего страшного, мне уже все нравится. То есть получается вполне неплохая база у нас. Ну что ж, ребят, окна сделаны, окна готовы, я упарился, это очень рутинное занятие, долгое, геморное, плюс я же еще такой человек, который все выровнять хочет, чтобы смотрелось более-менее, и, конечно же, ребята, пришлось постараться, но окна сделаны, и я могу с чистой совестью сказать, что данное здание завершено, но, конечно, оно пустое пока, без каких-либо там, без мебели, без дверей, без комнат, но, по крайней мере, сам периметр завершен. То есть я выбрал вот такие вот окна. Они немножко странноватые, но, по крайней мере, у них все в порядке с формой, и их можно спокойно было крутить, как вы видели. В принципе, ну что, остается в этом видео нам сделать только комнаты на двух этажах. То есть сделать так, чтобы здесь... Ну, как мы будем делать, как я придумал. То есть я захожу, здесь упираюсь в стенку, поворачиваю сюда. И здесь у меня есть вот коридорчик, вот такой вот буквально, может быть, метра полтора, чтобы пройти вот так вот. И вот здесь будут комнаты, казармы, скажем так.
Ну, потому что каждому отдельную комнату это слишком жирно. То есть, все-таки как-никак. И я думаю, мы это сделаем обязательно. Конечно, это все геморрой. Надо еще посмотреть, из чего это делать. Потому что вот эти вот блоки могут не подойти. Вот эти вот белые. То есть, может быть, придется еще выдумывать что-то. Ну, и, конечно же, на все два этажа. Ну и все, ребята, в принципе, можно продолжать. Ну что ж, ребята, мы сделали с вами какую-то начальную зону. Я не собираюсь делать до хрена комнат, то есть все будет довольно-таки скромно. Я закрыл, решил все-таки закрыть вот этот вот там палет, который стоит, потому что он портит весь вид. Ну, правда, вот этот мусор тоже, ну ладно, мы с этим как-нибудь смиримся. Так, здесь у нас будет туалет, вот здесь у нас перегородки. В этом здании получились вот такие вот. Нашел я вроде как материал. Здесь у нас довольно-таки неплохие комнаты. Ну, комнаты, опять же, не для жизни. Первый этаж у нас под всякие важные штуки. Под зал заседаний, планирование и так далее. И столовая, конечно же. То есть здесь у нас все это будет находиться. Второй этаж у нас, в принципе, мало чем отличается от первого, но он чуть-чуть больше. Второй этаж у нас будет тупо жилая зона. Здесь будет находиться оружейное, вот здесь вот сделаем. Вот тут будет ванна с туалетом, туалет и ванная. И здесь у нас будет тупо, ну, здесь какая-нибудь общая комната, где можно собраться, посидеть, что-то посмотреть там и так далее. И здесь будет у нас проход именно в жилую зону. Причем мужское отделение и женское отделение. То есть как-то так оно будет у нас. Конечно, бы надо бы под какой-то там высший состав тоже сделать жилье, но я думаю, не имеет оно смысла в данной ситуации что-то там выдумывать в этом плане. Единственное, я пока не придумал, как верх делать. Но я, наверное, перекрывать его не буду. Ну, двери поставим, все сделаем. Я думаю, нормально будет. Ну что ж, я предлагаю чуть-чуть доделать эти помещения и установить двери. И на этом, в принципе, ролик будет окончен. В следующем ролике мы уже начнем внутреннее убранство. Это полностью освещение всего периметра. Как снаружи, так и снутри. И начнем что-то ставить, какую-то мебель, какие-то приборы, там аппараты и так далее, технику. Да, ну и закончим, соответственно, уже улицей. То есть вот тут понаставим всякие нужные штуки, транспорт установим. Ну что ж, давайте финальную часть этого видео. Ну что ж, товарищи мои дорогие, двери установлены почти везде. Остальное я доделаю уже после видео без записи, оно не имеет значения, там все одно и то же. И пойдемте-ка проверим эти двери на работоспособность. То есть нам нужно узнать вообще, рабочие ли двери, открываются, закрываются. И так, эта дверь, как вы видите, полностью рабочая. Чтобы она стала рабочей, чтобы она открывалась, надо там поставить галочку door, там, ну, в меню этой двери. Так, тут все работает. Я постарался выбирать двери, которые бы больше подходили под этот, наверное, ну, под эти реалии там
это конца света и так далее. Ну, то есть не какие-то там новенькие, крашеные, а более такие, ну, обшарпанные. Но не везде, кое-где и вполне неплохие двери. Вот тут, допустим, вполне симпатичная дверь. Так, тут все работает у нас. Это у нас получается туалет и ванна, да, наверное. Хотя не, на первом этаже у нас только туалет будет, никаких ванн. Я еще не придумал, как вот эту верхнюю, вот этот пробел заделать. Пока еще не решил, но посмотрим. Так, второй вид двери. Открывается все в нужную сторону, так, чтобы у нас не было проблем. И вроде как все нормально, да. Вроде как все путем. Так, идем смотреть вот эти комнаты. Тут я взял третий вид дверей. Кстати, на двух этажах. А, нет, там разные. Здесь одна дверь, она, а там повыше другая дверь. Так, тут у нас более такие двери рабочие. Ну, все работает. Главное, чтобы после сохранения и выхода из игры, когда я заново загружу эту карту, чтобы эти двери не поотваливались. Потому что бывает такой косяк, я не знаю, с чем он связан. То ли из-за того, что за текстуру заходит, то ли из-за того, что наоборот не примыкает к текстуре. Ну, есть такая фигня, то, что двери бывают те, которые вы делаете активными, чтобы они работали. Они бывают не работают и просто, ну, просто падают. Вы толкаете дверь, а она просто под землю проваливается, и все, как какая-то бутафорская. То есть это тоже нужно смотреть. Так, здесь я пока еще ничего не делал. Здесь нужно будет уже думать по-другому. Я поставил там, где, в принципе, не нужно ничего додумывать. Ну, там надо было кое-какие сделать фокусы, но это все мелочи. Так, здесь у нас, вот как вы видите, другие двери. Все пока работает замечательно, то есть спокойно можете открывать, закрывать это все дело. То есть это уже у нас жилая зона получается, да, женская и мужская. То есть если мальчик с девочкой захотят потрахаться, вдруг им придется найти себе где-то место, потому что здесь оно не получится. То есть как-то так, ребята. Конечно же, вот так у нас получается. Здесь я все доделаю к следующему видео. Фух, ну что ж, по большей части все сделано. Ну, если так не придираться, то, ну, в принципе, все нормально работает. Все есть, все как надо. То есть никаких проблем с этим нету. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилось. Поддержите меня лайком, подпишитесь на канал. Эта карта будет доступна для скачивания, когда я все вообще доделаю, я ее выложу на GTA 5 Mods, как и все другие. Ну и также обзор сделаю этой карты для того же сайта. Ну, в общем-то, увидимся, ребята, в следующем видосе. Неплохо получается, я думаю, вполне. Всем пока.